Найти деньги на детскую площадку во дворе дома на Красноярском рабочем 141 придется подрядчикам. Об этом сегодня заявили в администрации Свердловского района. Напомню, накануне новости 24 рассказывали о том, что вместо детских горок и качель строится двухэтажное административное здание. Жители жалуются, их детям негде гулять. Кроме того, стройплощадка не огорожена забором. Сегодня в администрации нам рассказали, документы, разрешающие строительство, есть у компании, и вскоре на территории поставят ограждение, а рядом восстановят детскую площадку. Повреждена дорога, проезд во дворы, который он обязуется сделать. Кроме того, по спортивной площадке, которая приведена в негодность, он также готов за свой счет и за свои средства обустроить, сделать